Всем привет, друзья, с вами Феникс, и это Симулятор Пчеловода. И в этом видео вы узнаете кое-что новое со Снежным Медведем. Короче, прошу вас поставить лайк, оформить подписочку, вам это не сложно, мне будет очень приятно. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Ну и желаю вам приятного просмотра. Погнали! Короче, сейчас я что придумал, очень гениальную штуку. Юзаем, короче, Tropical Drink, масло, и получается, выезжаем на поле. Фух, надеюсь, получится то, что я хочу провернуть. Так, у меня одни джелибины, то есть единственный шанс. Пробуем накидать. А, блин, зеленые не выпали. Зеленые это вот не салатовый такой, а именно зеленые такие темные. Вот почему? Если они выпадают, то это вам, считаю, фартануло. Опа, огоньки набираем, огоньки набираем, огоньки набираем. Так, 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 так. Ладно, давайте пробуем спавнить. Все, пробуем спавнить его, пробуем спавнить его. Это мой медведь, так сказать. Кто не знал, вот такой он высоты. Меня просили заснять видос, типа, какой у меня медведь, вот такой он здоровый уже. Михалыч вымахал. Так, тихо, Михалыч, тихо, тихо. Михалыч, спокойно, Михалыч. Спокойно, тихо, тихо, без лишних, без лишних. Михалыч, спокойно, спокуха, спокуха, Михалыч, без лишних. Так, Михалыч, спокуха, спокуха. Я чё, его до сих пор не убью? Так, это что получается? Он у меня по высоте почти как лунный амулет достает. Он до него шляпой доставать будет. То есть, кому интересно, вот такая высота моего, блин, снежного медведя. Так он уже здоровый, офигеть просто. Достает до лунного, блин, амулета. Вот дает Михалыч, скажи. Ставь лайк, если тоже не ожидал, что 19 лол такой высокий. Вот, 43 тысячи хп у него осталось. То есть, у меня вот такая прокачка. И осталось-то 40 тысяч, представляешь? Вот такая вот жесть. Вот такой, блин, у меня жесткий медведь. Это, я не знаю, это просто по жести. Так, давай носки проверим. Блин, все равно что-то прикол какой-то дают. Короче, если что, вам надо там до 16 уровня я вроде спокойно убиваю, поэтому... Если вам надо помочь, на стримах можете заходить. Ну и как бы того самого. Типа написать, я вам, может, помогу с медведем. Вот. Такие, блин, медведи есть. Это жесть. Но. В 20... Ой, в квесте от Бабы Бимена надо будет убить 20 таких. То есть 20-го такого. Надеюсь, я как-нибудь его убью, поэтому вот. Ну, короче. Можете врубить лайков. Ставить подписочку там. А я для вас сделаю... Ладно, друзья, решил попробовать закинуть... 666 этих Bitterberry. Типа такой мистический донат. Или такой токсичный. Короче, типа такого вот. Что-то наподобие этого. Ну что же, давайте закинем 666 Bitterberry. Так, вот, сейчас у меня будет 666 Bitterberry. Просто у меня автокликер на F6 активируется, а запись приостанавливается тоже на эту же клавишу. Так, давай, да, натим. Бам. Вот такие бусты мне выпадают. Вау. Итак, друзья. За 666 Bitterberry я получил X5 на клевер, X6 на мушрум и X3 на блюфлявер. Вот такой вот интересный донат. И похоже еще вызвалась Виндиби. Друзья, еще вызвалась Виндиби. Я так смотрю, да? Либо нет. Секунду, сейчас скажу точно. Виндиби у нас... Сейчас точно скажу вам, чтобы была инфа точная. Нет, друзья, Винди, похоже, что нету. На клевере, на бамбуке, на мушруме. Нет. Ну, Винди нету. Окей, ничего страшного. Зато... Да, вот, не качается храм. Зато мы получили вот такие вот прикольные бусты. Так, X6 на мушрум, то есть, это что получается? Ну-ка. Сейчас попробую взять белый буст. Вдруг мне на клевер выпадет, это будет вообще круто. Если клевер выпадет, это огонь тогда. Ананас, блин. Интересно, а ну-ка, выпадет ли мне мушером? Ну-ка, сейчас узнаем. Так, заходим, залетаем в магазин, точнее. Оп, давай. И мне выпала клубника. О, как интересно. Ладно. Кстати, давайте, я хотел давно это делать. Вдруг мне медведя повезет с мутацией. И выпадет та самая мутация, которая мне нужна. Газера маунт. И еще раз.
Все, ничего. Окей, ну вдруг повартанул бы, выпало бы мне то же самое, что и здесь. Абилитирайт — это просто очень крутая и редкая пассивочка на мутацию. Она регенерирует токены ваши намного быстрее, то есть токен будет появляться быстрее, вот в чем прикол. Такие вот, друзья, дела. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Феникс. Увидимся в новых видео. До новых встреч. Вот такой вот интересный видосик. Ну, а я пошел фармить на вот этот вот прикольный филд. Ну, или же поле. میدونستی ننه 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 سر بازی بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا منو زاییدی تو که دهنم آگاهیدی میدونستی ننه بزرگ میشم سر بازی میرم چرا دادی تو شیرم نذاشتی من بمیرم سر بازم و سر بازی برام یه مشت خاکه همه دارو ندارم فقط یک دل پاکه سر باز و هر گلیم پاره شب را سر میاره کلافر پامرغی واسش فرقی نداره